Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в Jurassic World, и сегодня у нас за праздники аж накопилась целая куча событий. Давайте быстренько глянем, что тут нам можно поменять, неинтересно, которое вообще нам никуда не уперлось. Так, в принципе, можно и вот это сделать. Так, а это мы менять не... Не, птеранодона я менять не буду, все. Как-то так. Вот, в общем, у нас сегодня аж сколько там, 6 или 7 боев надо. Так, 3 события, 4, 5 событий, ребят. Ну что ж, давайте начнем мы, наверное, знаете как? Начнем вот с этих двух событий, потому что они скоро закончатся. И попробуем микропозаврики открыть, во. А в следующей серии мы пойдем на VIP и на сдвиг ледников. Во, хороший вариант. В общем, поехали, давайте смотреть. Значит, поведите тиранозавров. Ё-моё. Так, конечно. Кстати говоря, у меня Диметрадон, смотрите, какой вырос красавец. Но прежде чем мы начнем, давайте, знаете, что глянем? Вот тут вот. Кто у нас тут вылупился? И кто у нас там? Так, это пастазух. Пастазухи, в принципе, у меня есть. Мы их, наверное, сейчас и скрестим сразу, чё уж там. Во. Я потому что прианозух уже. А, нет, нифига. Хотя, чё париться, давайте ускорим. Хороший такой вариант. Ускоряем, поехали. Конечно, выкачка денег началась. Как обычно, он издевается. Вообще издевается, да? Зараза такая. Ну давай, давай, давай. Во! Во! Вот с этого и надо было начинать. А то там по миллиметру мне тут пытается что-то. Во, хорош. Так-то на перенозуха до 30-го левела бы надо. Ну ладно. Это мы потом сделаем. Давайте поставим, пускай у нас вот пока что пастазух эволюционируется, все пошел. А мы пока повоюем. Так, погнали. Значит, первый у нас тиранозавриков, да? Кем лучше убивать тиранозавров? В целом, я думаю, тут должен справиться один микропозавр. Но давайте мы ему для разгона крутозавра возьмем и его как основное оружие. Во, поехали. Я пока индоминусов не хочу использовать, хотя, в принципе, тут и индоминус один наш спокойненько бы их шатнул, но тем не менее. Зачем нам пока его использовать? Давайте пока с малой артиллерии начнем, потому что у нас еще два боя помимо этого, так что... Так что пока, наверное, не надо. По большому счету, у нас крутозавр тут, мне кажется, один бы справился, но что-то как-то так. Так. Ага. Тоже на разгон идет паразит. Ну, давай. Так, 4 атаки мы уже не выдержим, собака-то такая. Нет, нормальненько, 3 атаки всего на все. Все, он беззащитный. Забираем за 2 атаки, уходим в деф. Раз, два. Раз, два, три. 4. Вот, а чуть побольше дамаги, он вполне больше будет 214. Так что мы даже один удар, скорее всего, не выдержим. А, нет, 212. Ой, хорош. А, так ты вообще неудачник. Ну давай, атакуй. Так, шикарненько. А мы его сейчас 6 атакой все забираем. Все, следующий давайте мне. У меня тут крутозавр показал свою крутизну. Хоть и похож он на головастика лягушки, но тем не менее. Он круче тиранозавра оказался. Так, следующий. Давай, 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 давай. В бой хочу, в бой, в бой, в бой. Фу-фу-фу, это кто такие? Фу-фу-фу такими быть. Че приперлись-то? Да я вот даже и не знаю, что-то на него как-то... Ну вот это посильнее. Давайте мы вот так вот сделаем. Да, давайте вот так. Они вполне справятся, на них еще наших индоминусов, что ли, выпускать, да, ну? Во, давай на разгон, на разгон, на разгон, не стесняемся. В принципе, двумя атаками даже забрать может. И скорее всего заберет, да? Нет, не забрал. Как мне это нравится. Так, а не забрал, потому что тут нужно 3 атаки, так. А у него будет 2, давайте мы вот так немножко сделаем. Полностью подстрахуемся, немножко еще разгонимся, чтобы у нас Зухариптору было чем воевать-то. Вот, отлично. Тут может 3 атаки надо. Так, так, так. Ну, давайте, раз, два, три, и на разгон. Все, разменим тиранозавра. И у Зухариптора 320, по-моему, атаки, 319, если не ошибаюсь. Вот, зато вот у этого тиранозавра, смотрите, ой, аж микрофон чуть не улетел. У этого тиранозавра зато 400 дамага. Так, 2 он делает из 3, да?
Один на дефе, нормальненько. Все замечательно. Так, так, все, давай, грози его. Утаскивай к себе в гнездо, там, малышам, птенцам, не знаю, кому хочешь. Разрешаю. Нормальный такой червячок. Большой, среднеюрский. Как-то так мы это его назовем. Так, это хорошо, это замечательно. И еще один бой. Ну, тут еще тут какие-то, ну уж совсем, ну блин, несерьезно. Ты че какую-то мелочь не стал подсовывать? Саму-то не стыдно, а? Давайте мы вот, вот так вот, все, поехали. Вот ему саму-то не стыдно, но на самом деле. Раньше были 3 сороковых, а сейчас вот какие-то, блин, 12 и 13, не урожай что ли? Болели в детстве много. Да они сейчас все ваншотные будут. Ну давай, сделай 2 атаки, я тебя съем. Молодец, я тебя сейчас съем. Одна атака, одно на ускорение, все, поехали. Блин, микропозавр вообще красавец. При этом, заметьте, у нас уже 40-й микропозавр есть еще до того, как мы его в принципе открыли. То есть у нас вот, вот этими событиями, всякими бонусами, розыгрышами и так далее, получилось 8 штук аж набить. Кошмар. И ни одного юдона. Как так? Все, отлично. Шикарно. Ну что-то какое-то, да, легкое. Ну давайте посмотрим. Побег тиранозавра. Так, замечательно. И тиранозаврик. Они, кстати, заметили, все последние ивенты делают именно вот тиранозавра. Берут просто и впаривают вообще во всех ивентах. Вот куда ни суйте, тут кто? И тут, скорее всего, тиранозавр. Ну да, тут ладно, он есть, но не стопроцентный. До этого там ивенты какие-то были. Везде тиранозавры, это ж капец. Так, а тут травоядные. Конечно, а почему бы нам не повоевать именно с плотоядными, а? Кого бы взять? Я думаю, анкилодог и терезинозавр вполне справится. Поехали. А в смысле один? Я не хочу одну штуку, у него-то хищник. Чё-то я одну штуку возьму. Ну, это, наверное, рановато. Так, я думаю, анкилодога нам тогда должно одного хватить. Давайте проверим. Мне кажется, должно хватить, должно. В принципе, это 3 атаки всего. Разгон. 2 атаки выдержим. Делай 2 атаки. Одно так паразит делает. Чё делает, чё творит? Ужас, кошмар. Ладно. Раз, два. Мы сейчас не спеша разгонимся. Вообще не спеша разгонимся. Вот как сейчас, в принципе, нам этого хватит. Нужно, чтобы он сделал 2 атаки. Одна атака, плохо. Один на дефе, нам... А! И все, и нам 3 атаки нужно. Один на дефе, отлично, 4 забираем. Вот и все. И нету вашего карнотавра. Я в арке вчера сидел, развлекался, думаю, блин. Перед стримом зайду-ка я, посмотрю, как там сервер дышит, как хорошо, нехорошо. То... Привык я уже к модам, думаю, хоть привыкну. Карнотавра чуть ли дубинкой не запинал. А его потом раптор сел, который стал моим же. Так, тиран-титан и... Блин, у нас дамагеров нету, давайте вот так. А, давайте вот так. Это дамажить может. Терезинозавр пойдет как танк, а сигнозавр пойдет у нас именно как уже дамагер. Вот, эдэшик. Ну-ка. Разгон, разгон, разгон. Терезинозавр, не стесняйся, разгоняемся. Так-то он, тиран-титан, смотрю, красивый, блин, становится. Вот. Когда вот они к 40-м подходят левелом, они реально такие прикольные он. Симпатичные. Вполне себе. Так, а ты что ты думал такое? Ну-ка, дай-ка я вот так сделаю. Ну, 3 атаки-то он проведет. Давай 5 атак. Ты что творишь? Ты что там удумал? Покрасился все, что ли? Голубых кровей стал? Давай 8 атак. Ладно, 7 сойдет. Что, орёт на меня? Вот такая, да, кстати, прикольная раскраска. А у нас, кстати, тоже где-то есть, но он у меня, его у меня нет. Он у меня есть, но его у меня нету. Так, раз, два, три. И один деф пробить. И уходим. Раз, два, три. И вот так. Я думаю, одну атаку от Рекса выдержим. Она где-то около 300 будет.
А, нет, такая же 230. Ну и нормальненько. Опа! Вот это я накосячил, да. Это жесть, это слив. Вот это я лоханулся. Ладно, я не учел, что он в это пойдет. В разгон. А ты что лучше такая? Ладно, ладно, подожди, подожди. Да, вот, я сейчас кого-нибудь из них вытащу. Вот мы вот так возьмем и вот так. Хотите по-плохому? Будем по-плохому. Ха, поехали. Паразит, что творит, а? Ну давай, давай, опять, удиви меня. Чё ты меня реально сейчас удивляешь? Он реально в разгон уходит зачем-то. Ну я понимаю зачем, но я не понимаю почему. Это же компьютер, он никогда в разгон так не уходит. Так, нормально, ждем. Сейчас полностью будут раскочегаривать себя, походу. За три атаки он нас заберет. Все. Но он полностью у нас беззащитный, это хорошо. А мы полностью раскачаны. Это замечательно. Так. Значит, мы что делаем? Раз, два. Раз, два. Четыре вот так, ты вот так вот. Все. Не колышет. Даже если у нас тиранозавр уйдет сейчас в деф, стегоцератопс он просто порвет. Вот у него два рога. Он сейчас ему еще две дырки сделает вокруг задницы. Чтоб бомбило не так сильно. А распределялось. Так, ну в принципе, если 4 дефа тоже не страшно. Забираем за 6, так все хорошо. Ничего себе, он вообще все в разгон пошел. Ты че такой дерзкий-то, а? Хрена себе. Ладно, хорошо, замечательно. Я, короче, в шоке с него. Так, вот тут надо подумать. По большому счету, тут надо не подумать, тут надо воевать. А двумя вот такими травоядными мы их загрызем. А патозавр чистый разгон. В принципе, он, кстати, и подамажить может. Ему три атаки надо, чтобы монофалозавра забрать. Да и остальных тоже у них хп-то одинаково. Давай, а патозаврик, разгоняйся. Они тебя вообще боятся сейчас будут. Вот, стойте, боитесь. Они его сейчас не прогрызут даже с бонусом. Ну куда нафиг ему? Реально, им нужно 8 атак. 8 атак. Только тогда, наверное, ну, может 6-7 атак хватит. Чтобы прогрессить. Да, хорошо. Я провтыкал, у нее 4 атаки было. По-моему, 4. Так, раз, два, три. Ага, 4 атаки надо на него. Давайте один на всякий случай сделаем, если у нее деф был. Не было у нее дефа, я просто подзабыл, не обратил внимания. Ну ладно, не страшно, нам и так хватит. Так, Карнотавр, ты следующий. На тебя вообще нужно 3 атаки. У того-то хп хоть больше, он поздоровее был, покруче. А ты-то чё? Так, 3 дефа, да, у тебя в принципе. Раз, два, три. Да, 3 атаки хватит. Раз, два, три. И на разгон. А, один на разгон, ну пошел, кстати говоря. У меня 2 дефа. Все, один на разгон пустил. Ладно, хорошо. Прикинем, предположим. Давай, велоцираптор. Тоже убежишь. Ну, 5 атак тут, конечно, мы не выдержим. При всем желании. Но это и не страшно. У нас у Найзавр на этот случай есть. Зато велоцираптор полностью, полностью беззащитный. А его-то нужно 2 раза пнуть. Ну, давай, покажи, как тебя на футболе учили, а? В Бразилии где-нибудь. Судя по раскрасу, бразилец, футболист бразильский. Ну, а хорош. У Найзавр, конечно, красавец, красавец. Мне вообще нравится. Так, что мы там выиграли? Показывайте. Хищник против фаворитов. Набор. Ну, сойдет. Хорошо. 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 Ну и как бы так. Ну ладно, хоть что-то. Плюсочки доверия нам подогнали. Это замечательно. Пока мы тратить их нам особо-то не на что, но тем не менее. Так, и у нас еще остался бой. Где он в схватке? Так. Да, мы, наверное, сегодня вот так сделаем. А все 4 VIP и вот это как раз. Да, все правильно. Давайте микропозавра пробуем открыть. Ого-го-го-го, а что так много? Что такие сильные все? Блин. Хорош, хорош. Хорош. Я предлагаю вообще пойти эскадрильей. Только вот мы вот так сделаем. Вот этого хп больше, вот этого дамага. А тиранодон как бы тут просто так как будто летал. Во. И тиранозавра мы, в принципе, заклюем. Зато у нас везде будет преимущество. Но он сейчас делает замену, по-любому. Давайте на разгон. Делает замену. А у Тирекса 30, да, у него побольше дамага будет. Побольше чуть-чуть. Но не страшно.
Он сейчас деф. Нет, в атаку ушел, ты балбес. Ты совсем глупый. Так. Это не входило в мои планы. Я не хотел считать, сколько мне нужно атак. Так рано считать. Так, ну давайте, наверное, мы пройдем раз, два, три. И заберем самую главную сейчас для нас опасность. Это тиранозавр. Да что ты ко мне лезешь-то, а? Слышь? Со своими оповещениями уже достало. Уже что там тебе? Где там тебе тыкнуть надо, чтобы ты у меня вообще удалил эти оповещения? О, рычит, рычит. Не, давайте разгоняться. Один на дефе, хорошо. Ну, в принципе, за две атаки мы его заберем и микропозавра. Что-то при Аназок я смотрел, какой-то, блин, такой... Ну, что на первых левелах какой-то такой мрачненький. Что вот на 30-м левеле, ну, такой мрачненький. Ну, давайте повеселее что-то на самом деле. Так. Три атаки было. Раз, два. По-моему, вот так вот. Я что-то насчет дефа не особо помню. Давайте вот так сделаем. Да, был деф. Так. Блин, он реально он какой-то такой серенький, грузкий. Вот то ли дело микропозавр. Знаете, это напоминает. Один приходит, такой угрюмый будет сидеть. А второй приходит и вечеринку. Party for everybody! И все. И вот он такой же раскрашенный, веселый, прикольный. Кстати, нам тиранду даже не понадобился. Так, забирай все, микропозавр. Давай, до свидания. Во, хорош, ну-ка давай. И че он там разогнался-то, а? Такой, блин, длинный разбег, все дела. Замечательно. Мне это нравится. Молодец. Так, это все. Мы открыли микропозаврика. На какой черт он нам сейчас нужен, я не знаю. Поясню почему. Вот у нас есть микропозавр, где-то, вот он. Мы его будем делать гибрид. Но нам нужен астафрикозавр, кстати. А что-то я его не это... Не того самого. Давай-ка выводись. Все, поехал. Вот, у меня сейчас перианозуки получается. Мне еще один перианозук нужен, если не ошибаюсь. Давайте глянем, потому что я все-таки вот этих вот хочу вывести. Да, это 30. А, мне еще двух нужно. Двух перианозуков нужно. Все, понял. Сделаем. А мы их будем скрещивать. Я уже забыл с кем. Сейчас, секундочку. У меня, по-моему, готово это все. Да, Димитродон. Соответственно, у нас уже все готово. Вот, у нас будет Претродон. Мы, по-моему, с ним как-то дрались. Такая зверюга довольно серьезная. Вот, я хочу вот этого. Ну, я не знаю, где взять Ютерануса и где еще взять Септрадонов. Почему они мне не падают? Почему? Я хочу. Дайте мне. Не хотят. Ну, ладно. Так, давайте мы вот это ускорим. Посмотрим, что у нас с Пастазухом вышло. С Пастазухом все ушло замечательно. И там, как раз, кстати, 20-го левела у нас вроде, да, был Пастазух еще? Точно. Ну, как 20-го? Почти что 20-го. Давайте мы их вот так вот. И также на ускоренке. Поехали. Я хочу посмотреть, какой он цветной у нас станет на 30-м. Так. Давай, еще. Поехали. Вот, хорош. Блин, только очков ДНК столько требует. Мне вот жалко. Ладно. Во. Ну так-то. Вот этот уже симпатяга, да, согласитесь? Этот уже покрасивее. О, какой. Да подожди ты на рынок. Все будет на рынке потом. И довольно культурно, смотрите, тихо подошел, спокойненько похомячил и спокойно ушел. А не как у нас, кто там, Индоминус Рекс, как накинул, сожрал, блин, чуть ли не миску. Так, и вот этого давайте ставим, пускай у нас эволюционирует. А, так он, кстати, тоже быстренько. Ну, нам спешить некуда, давайте мы тогда до следующей серии этого. Или там, когда он вылупится, посмотрим. Все. Ну что ж, ребят, на этом все. Если вам серия понравилась, не забывайте. Большой палец вверх, если есть чем поделиться, пишем в комментариях. И если не подписаны на канал, подписывайтесь. Нас уже почти 9000, а может быть к этому времени, когда выйдет видео, уже и наберем 9000. Ну что ж, на этом все, всем удачи, всем пока.